from Ibiza, dear friends. Sunset at Cafe Del Mar, classic Ibiza sunset. Right now, you. Voices Victoria. Что, скажи что-нибудь? Клёвый закат был. Солнце большое было. Ты чек сохранил, чтобы поменять? Нет, я свою относила, и надо ее обновить. Два года. А здесь забирай старые сумки, и тебе дадут новую, да? Нет. С доплатой. Нет, вот. Она испортилась. Так что, если у вас остались старые сумки Кафе Дель Мар, привозите сюда, Вика их вам обменяет на новые. У нее есть тут такие специальные ходы. Давай, давай. А, где старая сумка? Вот это, да, старая сумка? Какую будешь брать? Такой же? Ола. Вик, смотри, вон там есть за 15 евро в сумку. Получи. Вон, смотри, такая маленькая. А там пятно заднее, что? А, у тебя вот это? Ну, проверь, 5 нет? Нормально. Люди спрашивают, где купить на Ibiza диски. Вот, зайдите в Кафе Дель Мар. Если у вас остались еще рабочие CD-проигрыватели, то можете здесь купить диски. Ну, смотри, есть что эти? Кошельки. А вот это что такое? Тоже клёв. О, глянь, что есть. Фотография. Опять подводила. Нет, номер. А, ну. По 6. Постеры по 6.
Смотри, здесь еще вода должна течь.